Всем привет, дорогие друзья, с вами Стикос. И сегодня нам выпала уникальная возможность получить все стикеры от Cartoon Network. Все очень просто. Как видите, сейчас они выложили вот такой вот постик, то, что сегодня 29 февраля, особенный когда день. Ну, наверное, в честь того, что сегодня последний день зимы, начинается солнышко, начинается весна, начинается масленица, все, кстати, с праздниками, чтобы у вас все было хорошо. Ну и вот, как видите, Cartoon тоже нас решил порадовать вот таким вот QR-кодиком. То есть, например, если у вас не достает какой-то часть стикера, то есть нет у вас первой или второй части, то сегодня есть уникальная возможность получить все недостающие стикеры. То есть вот. На самом деле существует два способа получить эти самые стикеры. Просто просматривать канал Cartoon Network, то есть и в эфире поймать этот самый QR-код. Или существуют всякие потусторонние группы ВКонтакте, которые выкладывают те самые кодики, ссылки на эти же самые QR-коды. Ну, раз выпала такая возможность, то я думаю, порекомендовать свое сообщество будет не грех. Как видите, я сообщил своей группе то, что вышел вот такой вот QR-кодик, вот он, собственно, вот тут. И сегодня вот, то есть, сегодня будет вот такая возможность получить все стикеры от Cartoon Network, если они, конечно, вас не достают. Я обязательно оставлю в комментариях ссылку на данный QR-код. Ну, если вдруг по каким-то причинам у вас не работает ссылка или еще что-то, то просто нужно взять какое-нибудь устройство и просканировать вот этот самый QR-код через историю. Делается это очень просто. Мы переходим в новостную ленту, нажимаем на свою аватарочку и вот сканируем вот такой вот QR-кодик. Вот. Наводим вот так. И как вы видите, нам предлагают написать сообщение. И все, стикеры ваши. Но если вдруг что-то пойдет не так, или вовсе просто закончатся действующие ссылки, то я обязательно сообщу это в своем сообществе и в комментариях. Также я буду постепенно обновлять в комментариях ссылку на новые коды. Так что всем спасибо за просмотр, всех с праздниками и всем пока.